Люся. Бася, не жалуйся людям. Они подумают, что ты несчастный кот. Несчастный, голодный. Ага. Люся, что? У меня Бог? Люся, я еще не успела набраться. Моя ж ты заботушка, да? Да. Что мама ходила, где-то Бог набралась, да? И на детей посмотрела, и туда следит, и сюда следит. Моя, моя мышка. Что б я без тебя делала? Бася, Бася, не жалуйся. Вот так все и происходит. Спасите, люди добрые, помогите. Да? Тише. Тише. Это второй охотник за одела на руку. Страшно любит. Камешки эти, бусинки. Тоже как и Люська. Моя, моя мышка, моя забота. Тима, не лезь. Тимоша. Тимоша. Нельзя быть таким. О! Сама открыла, да? Сама открыла. О, ну, а вы чего не бежите? Бегите к папе. Все к папе. Тимоша. Давай, 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 давай. Спускаемся, спускаемся, все к папе. Все к папе. Ну. Посмотри. Тимоша. Люська ушла, он теперь подлизывается. Оп, оп. Скажи, папа, 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 ты куда, скажи, повел? Я с тобой. Уходите мне с ней. Нет. Я думаю, что не стоит. Не надо с ней. Забери. Люсь. Люся. Скажи, папа, ты зачем взял? Ой, хвостом как. Енота, скажи, зачем взял? Да? И Степка кричит. И Степка, то он уже тоже домой хочет. Ничего, пусти. Уже все хотят домой. Нет, тебе хочет. А Тишу в вольер пусть покушает. Люся, не надо брать ключи. Люся, не надо брать ключи. Ты что, ты открывать будешь? Так, не грызи. Ну. Так, давайте. Нет, бумажка моя, Люсь. Люсь, браслет не нужно, бумажка моя. Ладь, иди остальных будем забирать. Ну? Кто домой? Оп. Все, теперь всех. Люсю бери. Люсю? Люся, отдай.
Домой. Сейчас. А, давай это самое ее. Отвезем. Да, да, домой в вольер повезем. Люсь, я хочу, чтобы ты ее забрал, чтобы посмотреть, как они будут без нее. Маня, 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 подожди, подожди, подожди. Маня, подожди. Маня. Маня. Ты что? Маню обидели. Ты что, Маня, закричал? Ты без Мани не пойдешь? Люся, иди. Открывай, открывай, открывай. Скажи, мы только с Маней. Скажи, берите нас с Маней вместе. Это нормально? Маня. Маня, иди сюда. Маня, Маня, Маня. Маня, да. Самая умная, самая хитрая. Ой, ой. Давай, 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 скорей. Домой, 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 домой. 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 Скорей, 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 скорей. Дуду. Ну. Где памперсы? А Жорика как дела? Нормально? Хорошо, да. Вы можете вот так обойти и увидите его в вольере. Хорошо. Наши малыши принимают гостей, подписчиков. Бася такой Маню держит. Там... Бася тоже проверил, да, кто тут и как. Да, ну Бася лежит, он прячется все время. Люди его постоянно забирают, и он нашел место прятаться. Слиться с природой. Да, Степа? Уже, видите, они уже меньше боятся. Так да, вот выпускаем да, по чуть-чуть. Вот потому что... видите, до границы сюда. Да, да. Знают, что туда нельзя. Знают территорию. Маня, что, руку кто-то потянул, да? Нельзя, скажи. Скажи, я папина дочь, да? Маня, что, пододвинуть надо, да? Чтоб точно не зашли? Такую популярность иметь, действительно. Очень тяжело так это... Ну да, нет, ну мы поэтому днем не ходим, потому что, ну, очень много людей, они еще не готовы, а так тут. Еще очень хрупкий, поэтому... Здравствуйте, да, здравствуйте. Кажется, царь, очень приятно, царь. Да, да. Бася, не пугай. Дудух. Бася, карауль, карауль. Капышню. Вот так вот. У малышей уже столько подписчиков. Спасибо, спасибо. И так стараемся, и так все свободное время. Спасибо огромное. Привет, Питер. У нас очень много там подписчиков. Да,